мы продолжаем. Вот так вот. Наш монитор погас. Готов вкалывать! Локригар ногал! Warcraft Reforged. Компания на самом высоком. Хорошо. Отомстим за Зол'джена. Работа сделана! И честь. Уровень сложности. Готов вкалывать! Нам нужно больше золота! Я... Работа сделана! Готов вкалывать! Чего надо, хозяин? Чего хочешь? С удовольствием! Да? Отомстим за Зол'джена! Хорошо. Нам нужно больше золота. Давайте работать. Отомстим за Зол'джена. Пора за дело. Пойдемте. Да, мы подали по этому. Да. О, молодец. Хорошо. Прям на внутреннюю базу атакуют. Духи неспокойны. Так, вот это скрас. Сила и честь. Прятаться. Готов вкалывать. Дабу. Уродцы. Сила и честь. При отступлении. Пора за дело. Работа сделана. Готов вкалывать. Окригар Ногал! Духи неспокойны. Я... Готов вкалывать! Хорошо. Духи неспокойны. Что нужно? Окригар Ногал! Да. Я... Вождь! Дабу. Хорошо. Пора за дело. Работа сделана. Да? Чего хочешь? Чего надо, хозяин? Да-да. Нам нужно больше золота. Я... Вождь! Сила и честь! Волчья тропа ждет! На нас напали! Локригар! На нашу базу напали! Только скажи! Пора за дело! Отомстим за Зол'джена! Чего? Все, что пожелаешь, так и сделаю. Я... Вождь! На нашу базу напали! Хорошо. Волчья тропа ждет! На нас напали! Отомстим за Зол'джена! Бой час пробил! Сила и честь. Хорошо. Чего прикажешь? На нашу базу напали! Хозяин! Духи неспокойны! Да. Отомстим за Зол'джена! Хорошо! На нас напали! Вот, хорош! Пора за дело! Локригар Ногал! Пора за дело! На нас базу напали! Духи неспокойны. Чего прикажешь? Что нужно? Я вождь. Дабу. Сила и честь. На нашу базу напали!
Локригар Ногал. Сила и честь. Она глава давай! Только скажи! Не проблема! Куда пойдем? Пора за дело! На нас напали! Локригар Ногал! Вперед! Никто не уйдет! Не проблема! Сместил всю паузу, Гейдри, пока я тут отвлекался. Локригар Ногал! Я смеюсь в лицо опасности! Амона Крока! Хорошо. Ты мне угрожаешь? Тьва! И куда-то мне надо. Приведите два держабы на базу. На какую базу? Полный вперед! Свою. Понял! То, что у меня осталось. Полный вперед! Понял! Полный вперед! Если эта миссия закончится, потому что если мне сейчас скажут что-то отстраивать, идите там в последнее наступление, там дефать, то у меня пачка прям очень-очень скромная. Кого убить? Полный вперед! Мы прыгали. Все, надеюсь. Понял! Да. Так мы доберемся до пика каменного когтя еще до рассвета. Настоящий воин просто очистил бы перевал от людишек. Ты что, Громаш, совсем выжил из ума? Я тебе отдал четкий приказ не трогать людей. Что с тобой происходит? Хватит читать мне нотации, щенок. Эти слизняки заслуживают смерти. Разве ты не чувствуешь, Трал? Все как в старые времена. Будто демоны где-то рядом. Не знаю, что нашло на тебя и твоих воинов, но впредь я не допущу подобных приступов кровожадности. Прости, Трал. Ты прав. Я постараюсь держать себя в руках. А если не сможешь, Громаш? Я не могу так рисковать. Веди свой клан в северные леса и обустрой для нас лагерь. Я найду вас, как только вернусь от Оракула. За песню войны. Шипнут. Тут долгие миссии пошли какие. Демон бы побрал этого Тралла. Послать своих лучших воинов рубить лес. Он же пропадет без меня. Вождь,
Этот лес какой-то странный. Тут слишком тихо, и за нами будто наблюдают. Ты что, духов боишься? Здесь ничего нет, кроме тени и вековых деревьев. Осторожно, Фанас. Вы слышали? Тут есть духи. Я не боюсь врагов из плоти и крови, но мой топор бессилен против призраков. Придержи язык и за работу. Для постройки лагеря потребуется много древесины. Нужно вырубить весь этот участок. Что нужно? Так, смотрим, 15 007. Вождь, я не могу больше ждать. Наконец-то! Какие странные огоньки! Может быть, они и есть те ужасные духи, которых вы все так боитесь? Как скажешь. Наконец-то. Как скажешь. Да? Говори, вождь. Чего хочешь? Сделаю. Да-да. Типа, здесь ничего лучше. Так, где золото? Так и сделаем. Так и сделаем. Жить там. Наконец-то. Как скажешь. Так и сделаем. Вождь, на нас напали. Вы были правы, сестры. У этих зеленокожих дикарей нет почтения к жизни. Уничтожим их во имя Луны. Так и сделаем. Как скажешь. Женщины! Это женщины! Да, они похожи на эльфиек. Но гораздо выше и гораздо свирепее. Вождь, как скажешь. Офигеть. На нас напали! Наконец-то! Да? Мудрый план. Я не могу больше ждать. Исследование завершено. Как скажешь. Так и сделаем. Чем могу помочь? Вождь, воительницы вернулись верхом на летающих тварях. А, против наших наездников они долго не продержатся. Да, вождь. Вождь. Вперед! Я не могу больше ждать. Исследование завершено. Пленных не брать. Не проблема. Самолот рокашь.
Я не могу больше ждать. Как скажешь. С удовольствием. Все? Да, сейчас пойду. Сделаю! Наконец-то! Так и сделаем. Как скажешь. Наконец-то. О, здравствуй, добрый орк. Не думал встретить в здешних краях кого-то из вашей братьи. Как видишь, малыш-гоблин, мы тут лес рубим. Так вот, живет тут неподалеку племя фурбелгов, медведеподобных тварей. Они нам сильно досаждают. Если вы убьете их вождя, мы будем продавать вам свой... Да я вам срубок дёрну. Опять изображение спадает. Интересно, а что мы получим? Если мы определим измерение, как в первый момент потенциал и действие в зрительной коре мозга. Такая дерзкая и вдохновляющая идея. Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Еще бы как-нибудь лицо обойтись. А что если это рисует? Тогда выходит, что приток гормонов совместно с нашим откликом на стресс смогли обострить наши мыслительные способности. У них ужасное. Нам нужно больше золота! Дельта Т может быть равна альфа 0. Похоже, нам надо сделать выбор. Либо мы забываем все правила войны, или... Работа сделана! На нас напали! Нам нужно больше золота! Спасибо,
еще здесь сижу, а вы говорите о моих чувствах совершенно исключаемый я из разговора. Ну вы извините нас, ну что ты хотел сказать? Да не знаю, вы почти все уже в суке. Можешь прочитать их? Обновленная первая фаза. Мы одна команда, но мы соревнуем. Блин, такое опять снимите, конечно, самоубийство. И тем, кто их задает, можно говорить об этом прямо в их глупое лицо. А вот это мне прям очень нравится. Спасибо, старый. Правило треть. Разрешенные темы для оскорблений. Имеющиеся образование, научные степени и области, уровень мышления и мамки. А вот это сильно. Сильнее, чем страсть твоей мамаши к новичкам. Озвучено по версии Google Translate. Над сериалом работает Александр Снедов, Екатерина Фильбенс, Елена Запомнина, Евгения. Завтра не сильно занят. Я иду за небольшой прием после работы. Слушай, я вот с радостью, но у нас, видимо, проект МЛС. Что? Ты уверен? Да еще новые таблетки от синдрома гиперактивности. Я-то иду за небольшой 6 минут. Завтра работает над системой наведения. Да. Он уже был обещал завтра проводить со мной над нашим проектом. Мы это решили еще неделю назад. Ну а вот сегодня он сказал, что приедет. Нужно прям как гинить. Работа сделана! На ловушку. Центральная сила должна быть чистой. Такого не может быть, там должен быть все.
Исследование завершено. На нашу базу напали! Жестко. Мне так хотелось бы просто за компанию Рексара просто покатать, почеять как в РПГ-шечке. Все. Вот еще видите. Нам нужно больше золота! Слушай, ты не прав сейчас. Может, и нет, я точно занят, чтобы планить. Просто ты у нас очень чувствительный, может, не стоит тебе так напрягать. Я в порядке. Ладно, сделай вид, что это не ты потратил на отпад после просмотра холодного сена. Нам нужно больше золота! Нужно построить землянку! Работа сделана! Нашла речь. Я не буду заводить ее в ясли. Нет, ты, конечно, ты сама не хотела ее отвозить. Да, давай все же нет. Ну, я вот точно не смогу, потому что я вот теперь в списке. Работа сделана! Извините.
Исследование завершено. Нам нужно больше золота. На нашу базу напали! На нас напали! Нам нужно больше золота. Работа сделана! Нам нужно больше золота! Работа сделана! Работа сделана! Какой-то нос в следующую точку. Это что ж, вот прям к ним так. Привет. Как дела? Хорошо. Бывает. И я тебя.
там была открытая территория. На нашу базу напали! Все. На нас напали! Это я могу показать, не только, не просто как, а я вернулся. Ладно, конечно, я скучал по тебе и малышке. Осторожно, с высоты. Я просто не знаю, как уже все. Если я вернусь на работу, я это бросаю время. А если не вернусь, то вроде как упущу все то, на чем столько работ. Получается, нет какого-то правильного выбора. Санчи, ну я... Да. Но, что бы ты ни выбрал, если что-то пойдет не так, всегда можно перегрызть. Наверное. Работа сделана! Рудник почти истощен. Вот этих еще чуваков-то, как ну, они даже в обучении были, но. Спасибо, что за ваше. Всегда, пожалуйста. Тут у меня и забрали. Это такое-то нужны просто тролли. Всех видов. Вот этих вот берсерков, а вот. И тех с хилищами тотемой станут. Все. Шаманы какие-то. Лучи-налетчики. Тьфу. Итак, мы готовы к трансляции. Меня и все на все слова. Давайте сделаем еще один вверх. Здравствуйте. Я тут еще был губер. А я тут Рэмбор. Чуваки, молись. Хотя, когда вы говорите «за благами», это не буквально вот «за этими благами». «За этими благами» мы обычно ужинаем. Да пусть так. Давайте покушайте, кто-нибудь самый, что у нас есть исток. О, свет флешбэк. Хотя осталось совсем чуть-чуть, ничего. В всякий случай сохранимся, надо что-то расскажите нам. Сейчас столько можно себя исследовать, пророс, а это сложность планировать. Я рассказывал вам историю о том, как
мечты, выяснили, что у них одинаковые плаги. Это произошло на дневниках олимпийских игр 1936. Исследование завершено! Что ты тогда мне сказал? Да. То есть Чикаго с Гамбом. Именно так я и поступил. Причем я нашел не просто кого-то, а почти 200 подписчиков. Я, честно, в детстве не играл в эту часть, хотя вроде проходил. Наш рудник истощен! Вот эти миссии я не помню. Вообще. Чё теперь? Все, надеюсь. Победа. Исследование завершено. В каждый раз, что в начале такие сильные герои будут сделать, что это Альянс, живой Артас. Я был очень мертвым. Примите мои извинения, все те, кто не смогли сейчас дозвониться с комментариями о плане. За 10 тысяч лет я так и не смог забыть это проклятое место. Это обитель нашего извечного врага, полубога ночных эльфов Генария. Да, владыка Архимонд приказал уничтожить Генария, прежде чем мы начнем вторжение в Калимдор. С каким удовольствием я встретился бы с ним лицом к лицу. Но он хитер и предпочитает держаться в тени. Похоже, судьба нам благоволит. Твои ручные орки недавно разорили эти леса и навлекли на себя его гнев. Владыка Архимонд полагает, что Кинария вполне можно уничтожить их руками. У орков нет шансов против Кинария. Если мне не изменяет память, его мощь поистине колоссальна. Да, как и твоя. Кровавый договор, заключенный между тобой и орками, все еще в силе. Тебе нужно лишь обновить его. Что ты предлагаешь, повелитель ужаса? Смешай капли своей пылающей крови с водами этого источника. Орки потянутся к нему, и когда они снова вкусят твоей крови, никто не сможет их остановить. Хочу за него играть. Делать чуточку позже, чтобы на одну-два. Кто посмел осквернить эту древнюю землю?
Кого не страшит гнев Кенария и ночных эльфов? Да начнется битва! Свет ожил и напал на нас! Так и сделаем. Как скажешь. Наконец-то! Так и сделаем. Как скажешь. На нашу базу напали! Проклятые отродье демонов! Всех вас ждет смерть! Как скажешь. А нас на базу слишком много. Отступаем на другой берег. Типа нам время, что ли, даем, чтобы здесь. Так и сделаем. Я сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Как скажешь. На нашу базу напали! Чего хочешь? Нифига себе. 4000. Готов вкалывать. На нашу базу напали! Вам не одолеть меня. Я... сердце этой земли! На нашу базу напали! Готов вкалывать! Столько от реки было. Наверное, я явился, чтобы уничтожить наш форпост уже не спасти. Просто пасти главное. Базик восток от реки защищать территорию. Готов вкалывать! Готов вкалывать! Готов вкалывать! Готов вкалывать! На нас напали! Так и сделаем! На базу напали! Как скажешь! Наконец-то! Будет сделано! Один гол! Хороший выбор! Проклятые отродье демонов! Всех вас ждет смерть! Исследование завершено! На нашу базу напали! Как скажешь! Исследование завершено! Сначала начать. Я хочу что-то в этой игре. Сейчас прикольно, как я не понял. Сразу надо. Наконец-то! Просто... Чего надо, хозяин? С удовольствием! На нашу базу да? Напали! Да-да! Я сокрушал вас в прошлом! Сокрушу и теперь! На нашу базу Дождь. Напали! Сразу так.
нашу базу напали! Их слишком много! Отступаем на другой берег! Готов вкалывать! Вам не одолеть меня! Я сердце этой земли! Да-да. С удовольствием. На нашу базу сделаем. Напали! С удовольствием. Исследование завершено. На нашу базу напали! Исследование завершено. Проклятые отродье демонов! Всех вас ждет смерть! Так, где? Чем могу помочь? Я не могу больше ждать. Исследование завершено. Будет сделано. Таздинго! Хороший выбор. Отомстим за Зулджина. Будет сделано. Нашу базу напали! Таздинго! Хороший выбор. Будет сделано. Таздинго! Хороший выбор. Нашу базу напали! Я сокрушал вас в прошлом. Сокрушу и теперь. Как скажешь. На нашу базу напали. Как скажешь. Исследование завершено. Отомстим за Зулджина. Знахаря вызывали? На нашу базу напали! Я не могу больше ждать. Вам не одолеть меня. Я сердце этой земли. Отомстим за Зулджина. Выбор. Работа сделана! Выдворите этих дикарей. Я буду помогать вам из-за деревьев. Шел бы сам. Так и сделаем. На нас как скажешь. Я не могу больше ждать. На нашу базу напали. Вождь. Так и сделаем. Наконец-то. Этого не завершено. На нашу базу напали. Как скажешь. Так и сделаем. Наконец-то. Так и сделаем. Отомстим за Зулджина. Наконец-то. Как скажешь. Так и сделаем. Будет сделано. Отомстим за Зулджина. Куда пойдем? Вождь. Как скажешь. Тебе нужна моя помощь? Я не могу больше ждать.
хочешь? Да-да. Я не могу. Адский больше. Крик! Я чувствую темную энергию, исходящую из лесной чащи. Может быть, с ее помощью мы покончим с Кинарием. Знаю, работа сделали. Так и сделаем. Готов вкалывать. Отомстим за Золджена. Да? Хорошо. Готов вкалывать. Сделаю. Знахарем отомстим за Золджена. Чего надо, хозяин? С удовольствием. Да-да. Сделаю. Хорошо. Я не могу больше ждать. Отомстим за Золджена. Таздинго! Будет сделано. Хороший выбор. Таздинго! Отомстим за Золджена. Чего хочешь? Хорошо. Работа сделана. Сделаю. Да-да. Вождь. Нам нужно больше золота. Наконец-то. Работа сделана. Как скажешь. Как скажешь. Отомстим за Золджена. Так и сделаем. Отомстим за Золджена. Чего хочешь? Работа сделана. С удовольствием. Да-да. Работа сделана. Я не могу больше ждать. Наконец-то. Да, вождь. Отомстим за Золджена. Исследование завершено. Работа сделана. Вождь. Приказывай. Хороший выбор. Будет сделано. Исследование завершено. Хороший выбор. Таздинго! Да. Наконец-то. Приказывай. Так и сделаем. Да. Работа сделана. Работа сделана. Приступаю. Работа сделана. Так чем могу сделаем. Помочь? Нашу базу напали! Нас напали! Да. Как скажешь. Наконец-то. Работу сделаем. Так и сделаем. Так и сделаем. Приказывай. Как скажешь. Во славу Орды. Искать. Чем могу помочь? Понял. Наконец-то. Да, вождь. Будет сделано. Хороший выбор. Так и сделаем. Таздинго. Будет сделано. Работа сделана. Чего ты хочешь? Как скажешь. Работа сделана. Чем могу служить? Я слышал. Как скажешь.
Чем могу служить? Хороший выбор. Хороший выбор. Наконец-то. Чего ты хочешь? Так и сделаем. Тебе нужна моя помощь? Чего ты хочешь? Наконец-то. Тебе нужна моя как помощь? Как скажешь. Таздинго! Так и сделаем. Чего надо, хозяин? Да? С удовольствием. Сделаю. Хорошо. На нашу базу чем напали. Работа служить? Будет сделано. Хороший выбор. Наконец. Будет сделано. Я слышал зов. Так и сделаем. Чего ты хочешь? Как скажешь. Я слышал зов. Чем могу служить? Таздинго! Так и сделаем. Тебе нужна моя помощь? Исследование завершено. Чем могу служить? Так и сделаем. Наконец-то. Чего? Будет сделано. Отомстим за Золжина. Как скажешь. Наконец слышал зов. Как скажешь. Хороший выбор. Чего приказываешь? Хороший выбор. Чего ты хочешь? Так и сделаем. Отомстим за чего зов. Ты хочешь? Так и сделаем. Тебе нужна моя помощь? Я не могу больше ждать. Чем могу помочь? Отомстим за Золжена. Чем могу служить? Наконец-то. Я слышал зов. Как скажешь. Чем могу служить? Будет сделано. Чего ты хочешь? Хороший выбор. Наконец-то. Отомстим за Золжена. Так и тебе нужна моя помощь? Как скажешь. Динго! Будет сделано. Чё приказ? Кого? Нашу базу напали! Я слышал зов! Чего ты хочешь? Наконец-то! Отомстим за Золжена. Помощь? Чем могу служить? Так и сделаем. Чего хочешь? Да? Сделаю. Отомстим за Золжена. Хорошо. Да-да. С удовольствием. Я слышал зов. Как скажешь. Можно так и сделаем. Так, у меня прямая трансляция идет. Наконец-то. Чего ты хочешь? Наконец-то. Чем могу служить? Так и сделаем. Тебе нужна моя помощь? Как скажешь. Будет сделано. Так и сделаем. Я слышал зов. Наконец-то. Вождь. Как скажешь. Я слышал зов! Чего? Чего ты хочешь? Наконец-то! Работа сделана! Тебе нужна моя помощь? Как скажешь. Чем могу служить?
Чем могу служить? Так и сделаем. Чего ты хочешь? Я слышал зов. Как скажешь. Тебе нужна моя помощь? Хм. Вождь. Наконец-то. Как скажешь. Так и сделаем. Так и сделаем. Наконец-то. Как скажешь. Работа сделана. Так и сделаем. Как скажешь. Наконец-то. Наконец-то. Так и сделаем. На нашу базу напали! Я не могу больше ждать. Пленных не брать. На нас напали! Как скажешь. Так и сделаем. Вождь, недостаточно места. Как скажешь, вождь. Как скажешь. Чего надо, хозяин? Работа сделана. Сделаю. Да-да. На нас напали! Тебе нужна моя помощь? Так и сделаем. Так и сделаем. Как скажешь. Наконец-то. Как скажешь. Отомстим за Золжина. Так и сделаем. Так и сделаем. Чего ты хочешь? Вождь. Отомстим за Золжина. Да? С удовольствием. Отомстим за Золжина. Сделаю. С удовольствием. Я не могу больше ждать. На нашу базу напали. Наконец-то. Куда пойдем? Я слышал звук. Работа сделана. Отомстим за Золжина. Хороший выбор. Куда пойдем? Чем могу служить? Будет сделано. Инго! Вождь! Знахаря вызывали? Я слышал звук! Отомстим за Золжина! Так и сделаем! Чего ты хочешь? Чем могу служить? Я не могу больше ждать! Вот он! Источник той самой темной энергии, о которой я говорил. Вонючие орки, мы служим пылающим повелителям и охраняем этот источник. Вы недостойны его темных вод. Мне плевать, кто вы и кому вы служите. Прочь с дороги! Отомстим за Золжина. Как я слышал зов. Вождь. Чего ты хочешь? Источник таит в себе огромную силу. Но я чую зловоние.
Это проклятие демонов! Я и так проклят. Если для победы над Кинарием нужно выпить этой воды, я выпью. Нет, это против всего, чему нас учил вождь. Нельзя допустить, чтобы ярость вновь захлестнула нас. Нет, воин, мы должны принять ее. Мы должны стать орудиями разрушения, как и было предначертано. Я вновь ощущаю в себе силу! Ко мне, мои воины! Испейте из темного источника и переродитесь! Служить. Я не могу больше ждать. Так и сделаем. Чего прикажешь? Как скажешь. Я слышал зов. На нашу базу Чего? Напали! Наконец-то! Тебе нужна моя помощь? Я не могу больше ждать. Чего ты хочешь? Чем могу служить? Куда пойдем? На нас напали! Вождь, эти создания нас изрядно потрепали, а их полубог до сих пор прячется в лесу. Как нам справиться с ним? Ты дурак, да еще и трус. Непобедимых не бывает. Хочешь остаться в живых? Тогда этот Кинарий должен сдохнуть! Нам нужно больше золота! Я не могу больше Моя ждать! Жизнь принадлежит Я слышал зов! Тебе нужна моя помощь? Будет сделано! Хороший выбор! Взываю к силам Аздинго! Пули земли и огня! Вождь! Так и сделаем! Нужно построить землянку! Приказывай! Моя жизнь принадлежит Орде! Чем могу служить? Взываю к силам бури земли и огня. Чем могу помочь? Понял. Вождь, наконец-то. Чего хочешь? Хорошо. Я Чем не могу служить. Завершено. Будет сделано. Нужно Взываю построить землянку. Бури земли и огня. Да, вождь. Чего ты хочешь? Да. Тебе нужна моя помощь? Я слышал зов. Да. Я слышал зов. Я не могу больше ждать. Чего ты хочешь? Хороший выбор. Будет сделано. Хороший выбор. Вождь. Чем могу служить? Таздинго! Таздинго! Будет сделано. Хороший выбор. Таздинго! На нашу базу напали! Тебе нужна моя помощь? Выбор! Будет сделано! Хороший выбор! Таздинго! Будет сделано! Хороший Я выбор! Я не могу больше ждать! Вот чем могу служить!
Тебе нужна моя помощь? Чего надо, хозяин? Да-да. С удовольствием. Я не могу больше я ждать. Я слышал. Будет сделано. Взываю к силам бури и чего ты хочешь. Будет сделано. Вождь, так и сделаем. Тебе нужна моя помощь? Хороший выбор. Я не могу больше ждать. Я не могу больше ждать. Вождь, чего ты хочешь? Тахинго! Как скажешь. Я не могу больше ждать. Наконец-то. Будет сделано. Ардинго! Чем могу служить? Вождь. Я слышу. Хороший выбор. Хороший выбор. Чего ты хочешь? Вождь! Я не могу больше ждать! Будет сделано! Вождь! Тебе нужна помощь! Я не могу больше ждать! Я слышал хороший выбор! Я слышал звон! Тебе нужна моя помощь? На нас напали! Чего хочешь? Нам нужно больше золота! На нас напали! Дождь! Чего ты хочешь? Будет сделано! Я не могу чем больше ждать! Будет сделано! Тебе нужна моя помощь? Моя хороший выбор. Чем могу помочь? Чего ты хочешь? Только скажи! Чем могу служить? Нам нужно больше золота! Нам нужно больше золота! Тебе нужна моя помощь? Чего ты хочешь? Моя хороший выбор. Чего? Чем могу служить? Исследование завершено. Я не могу больше ждать. Я слышу звук. Будет сделано. Бури, земли и огня. Приказывай. Я не могу больше ждать. Я слышал зов. Хороший выбор. Принадлежит Орде. Как скажешь. Демоны поработали на славу. Вы теперь столь же безумны и кровожадны, как и они. Мы орки, и мы свободны. Это вы сами так решили. Чтобы вы про себя не думали, вы ничуть не лучше той зловонной желчи, которая течет по вашим жилам. Будьте вы прокляты! Проклятые отродье демонов! Всех вас ждет смерть! Полубог поверха! Клан Песни Войны победил!
мы и встретились вновь, Громаш. Монород! Как такое возможно? Я пришел вернуть тебя и твою братью под начало Пылающего Легиона. Пусть прежде вы не оправдали наших ожиданий, теперь-то вы нам послужите. Нет, мы свободны. Жалкое дурачье. Я ярость, клокочущая в вашей крови. Я ненависть, объявшая ваши мысли. Я один даю вам силу нести хаос в этот мир. И клянусь бесконечной пустотой, вы сделаете это. Юса, что, вроде вы в конце стран победили, это типа будет или это уже было? Скорее всего, будет. Так, ладно. Пока перерыв. Спасибо. Спасибо, Анто. Ты откуда знаешь, тоже проходил, что ли? Я не помню эту кампанию вообще.